Все готовы к слову, да? Отлично. Хорошо. Слово имеет силу. Слово имеет силу не просто дать нам какую-то информацию, да, но слово имеет силу преображать нас, изменять нас и менять даже и характер наш, менять натуру нашу. Написано, мы только что вспоминали этот стих, где апостол Павел говорит, что мы, взирая на славу Господню, преображаемся от славы в славу. А взирать на славу Господню мы можем, да, мы можем созерцать как бы умом, духом, да, созерцать славу Христа, но нам в этом очень помогает Слово Божье. Именно когда Слово, мы слышим Слово, и это Слово описывает нашего Господа, описывает Его славу, оно, мы тогда и воспринимаем лучше. Ведь мы физическими глазами мы не можем видеть сегодня Иисуса, да? Ну, не видно. Он сидит на престоле, одесную Отца, и нашим физическим глазам Он недоступен, но Он всегда доступен глазам нашего сердца, нашему духу. То есть мы всегда в духе можем взирать на Него. И вот наш дух, он воспринимает Бога посредством Слова в том числе. То есть когда мы слышим Слово от Бога, когда мы слышим Слово от самого Господа, то это Слово дает нам понимание того, кто Он, тот, кто говорит. Помните, когда Иоанн в начале книги Откровения, он говорит, я услышал голос, да, помните? Он говорит, я услышал голос позади себя. Я есть Альфа и Омега, помните? И он потом говорит, я оглянулся, я обернулся, чтобы посмотреть, чей это голос, да? То есть голос Божий или Слово Божие, когда оно к нам звучит, оно по-любому нас привлекает к личности Христа. То есть нам не просто интересно слушать, что говорит, но нам интересно знать, кто говорит. Нам интересно знать того, кто говорит эти слова. То есть вот это очень важно, потому что слово, знаете, вот слово просто как буква, она не приносит пользы. Помните, апостол Павел вообще говорит, что буква убивает, а дух животворит. То есть если просто, допустим, заучивать наизусть какие-то стихи, это еще не значит, что ты знаешь Бога. Иногда люди заучивают стихи и ими убивают людей. И их используют наоборот, чтобы разрушить чью-то веру. Или ну, поколебать чью-то веру. Или обидеть кого-то. Или, не знаю, ну, доказать как бы свою правоту. Но слово без духа, оно убивает. Буква без духа убивает. Павел говорит, буква убивает, а дух животворит. То есть когда мы говорим слово благодати, именно слово благодати наполнено духом. Помните, Павел говорит, что слово ваше, да не исходит никакое гнилое слово из уст ваших, да? Но только доброе, чтобы оно доставляло благодать слушающим. Да? То есть мы преображаемся, мы обновляемся, мы назидаемся только тогда, когда слышим слово благодати. Слово благодати, оно постоянно говорит нам о том, чего мы не заслуживаем. Слово благодати, да? Поэтому оно и есть слово благодати, потому что это слово о том, чего мы не заслуживаем. Но что мы можем получить или получаем благодаря Иисусу Христу, благодаря Его завершенной работе. И вот в прошлый раз мы успели поговорить немножко о том, как мы должны уповать на благодать. Уповать. Помните, эта тема была «Совершенно уповайте на благодать, подаваемую вам в явлении Иисуса Христа, в откровении Иисуса Христа». И вот я даже недалеко от этого, это было в первом послании Петра, 1 глава, 13 стих мы читали, а я хочу чуть-чуть вернуться назад и прочитать сегодня несколько стихов, пару стихов буквально до этого отрывка. Я прочитаю 1 Петра, 1 глава, 10, с 10 по 12 стихи. 1 Петра, 1 глава, 10-12.
Петр говорит здесь о спасении душ наших, и дальше он говорит, к всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. И посему, вот 13 стих мы в прошлый раз разобрали, и это у нас был как бы основной темой. Совершенно уповайте на благодать. Так вот, посмотрите, когда Петр говорит о спасении, он говорит, к этому спасению относились изыскания, исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати. Вот сегодняшняя тема – это назначенная благодать. Интересное вот это определение – назначенная благодать. Получается, что Бог назначил, да, то есть или определил, или предназначил эту благодать для нашего спасения. И пророки Ветхого Завета, они эту благодать пытались исследовать. Они еще не знали так, как мы ее знаем, или во всяком случае так, как мы должны ее знать. Может быть, мы ее еще не знаем так, как должны знать. Но знаете, что пророки Ветхого Завета ощущали, что что-то должно поменяться, что-то должно произойти, что есть благодать, предназначенная для кого-то, для тех, кто будет жить через много поколений. И они писали об этой благодати. И они пытались узнать, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. То есть они, многие ожидали, что эта благодать придет в их время. Помните, Христос когда-то сказал ученикам, «Блаженные очи ваши, что вы видите то, что многие пророки и цари желали видеть и не видели». Да? Блаженные уши ваши, что вы слышите, потому что многие цари и пророки желали слышать то, что вы слышите и не слышали. То есть многие цари и пророки желали вот этого времени благодати. И они искали, да, исследовали, написано, что исследуя, на какое и на которое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Ведь и пророки Ветхого Завета упоминали уже, предсказывали о страданиях Христа, о воскресении Христа. Исаия пишет, да, и о смерти, и о воскресении Христа. Давид пишет, и о распятии, Бог даже, помните, так детально описывает, пронзили руки мои, ноги мои, да. Потом он говорит, что не дашь святому твоему увидеть тление, то есть он говорит и о воскресении Иисуса Христа. Но они говорили пророчески, но они даже до конца не понимали, о чем они говорят. Они понимали, что что-то должно произойти, что-то есть Мессия, да, придет Мессия, который и пострадает, и потом воскреснет. И вот это, и после этого вот будет это время благодати. То есть они знали, что благодать назначена. Точно, то есть это точно можно было сказать даже тогда, в Ветхом Завете. Благодать назначена, но они не знали, когда эта благодать придет. Дорогие, мы с вами счастливые люди, мы с вами блаженные, что мы живем во время благодати. Да, уже 2000 лет почти благодать это проповедуется. Уже 2000 лет эта благодать присутствует в мире, эта благодать доступна каждому. После смерти и воскресения Христа, после того, как сошел Дух Святой, и апостолы начали проповедовать Евангелие благодати, оно так и называется, кстати, вы можете найти эту фразу. Евангелие – это не просто Евангелие, благая весть, потому что иногда благой вестью называли другие вести, другие послания. Но сегодняшнее Евангелие, Евангелие Иисуса Христа – это Евангелие благодати. Это Евангелие, которое проповедуется со дня Пятидесятницы, которое возвещает всем людям, что вам назначена благодать. Вот она. Здесь говорится, что эти пророки предсказывали о назначенной вам благодати. Дорогие, есть интересное такое
исследование, я недавно мне попалось, один брат нашел такое вот, как сказать, такую связь. Например, если прочитать Паралипоменон, 1 Паралипоменон, 9 глава, вот просто сейчас мы прочитаем несколько отрывков из 1 Паралипоменон, 9 глава, 28 стих. Если быстро со мной хотите, можете открыть, прочитаем вместе. Здесь 9 глава. Можно 28-29 стихи. Здесь говорится о служении левитов. Вы знаете, кто такие левиты, да? Левиты – это была отдельная каста служителей в Ветхом Завете. Они тоже были из колена Левиина, как и священники, но были, как бы, потом, как бы, ветвь от Левия разделялась на потомков Аарона, которые были священниками, и остальные, там несколько тоже было патриархов, родоначальников, которые дали поколение левитов. И вот левиты должны были в святилище, или в скинии, или в храме должны были служить и помогать священникам. И на них возлагались определенные задания, определенные функции. Вот 28 стих я прочитаю. «Одни из них были представлены служебным сосудом, так что счетом принимали их, счетом выдавали. Другим из них поручено было прочая утварь и все священные потребности, мука лучшая, вино, елей, ладан и благовония». Вы можете сказать, а при чем здесь, какая тут связь с благодатью? Сейчас мы вернемся, как увидите, какую связь. Вот это здесь есть одно слово, я не помню точно, как оно звучит на иврите, но оно обозначает, вот, допустим, слово. Одни из них были представлены служебным сосудом, да? Вот тут слово «представлены» – это «назначены», слово «назначены». То есть левиты были назначены для служения, они отвечали за определенные сосуды в Доме Божьем. Следующий стих говорится: «Другим из них поручена была прочая утварь». Вот это слово «поручено» – то же самое слово «назначено». И еще я несколько стихов сейчас прочитаю. Иона, из книги Ионы, да, интересно, но это будет такое исследование сегодня. Из книги Ионы, 1 глава, 17 стих. Книга Ионы – это в Ветхом Завете, после малых пророков. Иона, 1 глава, 17 стих, написано, что… Ага, вернее, это в нашей Библии это 2 глава, 1 стих. В английской Библии 17 стих. У нас в нашей Библии это 2 глава, 1 стих. «И повелел Господь большому киту проглотить Иону, и был Иона во чреве этого кита 3 дня и 3 ночи». Вот здесь тоже написано, по-русски перевели: «повелел Господь большому киту», ну, там, кстати, большая рыба, не кита, рыба, «проглотить Иону». Да? Вот слово «повелел» опять, правильно его было бы перевести «назначил». «Назначил Господь большой рыбе проглотить Иону». И здесь же в книге Ионы, в 4 главе, уже в последней главе, несколько стихов тоже прочитаем. 6 стих. «И произрастил Господь Бог растение». И все, наверное, помнят историю Ионы, да? Я просто не буду вникать в саму историю, просто Иона, 4 глава, 6-8 стихи. Тоже вот в этих трех стихах встречается это самое слово. Вот не помню, как оно звучит, но перевод его это «назначен». «Назначил» или «назначил». «Назначено». «И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над Ионою, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения. Иона весьма обрадовался этому растению. И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло. Когда же взошло солнце,
навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог и просил себе смерти, и сказал, лучше бы мне умереть, нежели жить. Помните историю Ионы? Я сейчас даже суть не в истории. Просто вот эти несколько стихов, и в шестом стихе написано, и произрастил Господь Бог растение. Опять здесь по-русски перевели «произрастил». На иврите стоит «назначил Бог растение». В седьмом стихе «и устроил Бог так, что на другой день там червь подточил растение». Опять тут не устроил Бог, а назначил Бог. В восьмом стихе «когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер». Не навел, а назначил. Вот интересно, во всех этих вот стихах, которые мы сейчас читали, говорится, что Бог назначил. То есть вот Бог, знаете, определил, и оно вот состоится по-любому. Вот если Бог что-то назначил, да, вот мы иногда назначаем рандеву, да, назначаем встречу, назначаем какое-то там собрание, назначаем, да, встречу с кем-то. Есть деловое собрание, к врачу вы назначаете. То есть вы говорите, у меня назначено, да? То есть в определенный момент вы должны быть в определенном месте, да, раз вам назначено. Да, вот сегодня ходили недавно, назначила была встреча там, да, в организации в определенной. То есть вот для вас определенное время, определенное место. Вы должны быть в определенное время, в определенном месте. Вот что значит назначено. Когда говорится, что Бог что-то назначил, это значит, Он определил место и время для чего-то. Вот здесь уже мы прочитали, да, что Бог назначил, чтобы кит или там рыба это проглотила Иону. Бог назначил, чтобы растение выросло за одну ночь. Да? Бог так назначил. Бог назначил, чтобы червячок этот там подточил это растение, чтобы оно засохло. Да? Бог назначил, чтобы знойный ветер подул, восточный ветер подул. Бог все это назначил. Дорогие братья и сестры, мы не представляем, сколько Бог назначил для нас на каждый день, чтобы с нами вот именно происходило то, что происходит. Кстати, помните Псалом 138, там написано, «В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было». Смотрите, еще ни одного дня не было. Он говорит там, ты видел зародыш мой в утробе матери, да? Еще ни одного дня не было на земле, но ты уже назначил все дни. Вот сегодня мы просыпаемся. Осознаете ли вы, что этот день назначен Богом для вас? Мы прочитали самый первый отрывок, мы читали о предназначенной благодати или о назначенной благодати. То есть Бог назначил благодать для нас. То есть Бог определил, что в определенное время, в определенном месте ты узнаешь о благодати. Ты не просто ее узнаешь о ней, ты ее прочувствуешь, ты ее переживешь и ты ее примешь. Аминь. Я думаю, что с каждым из нас, может быть, не со всеми, да, но в большинстве, наверное, случаев, кто здесь присутствует, с каждым из нас что-то подобное происходило. Когда ты именно встретился с благодатью, которая для тебя назначена. С благодатью в лице Иисуса Христа. Потому что написано, что закон был дан через Моисея, благодать же и истина пришли через Иисуса Христа. То есть мы можем встретиться с благодатью, с назначенной благодатью нам в лице Иисуса Христа. Поэтому не упустите, если кто-то еще не встретил, благодать в лице Иисуса Христа. Не пропустите, не пропустите. Дорогие, я удивляюсь вообще, как у Бога все устроено так, что у него, ну почему-то вот все будет по-божьи. Вы уверены в этом? 100%. Вот когда мы видим, что творится в этом мире, ну, люди многие впадают в депрессию, да? Мир сошел с ума. Грех, не знаю, извращение, войны, кровопролитие, землетрясения, цунами, какие-то там катаклизмы еще, террористические акты, подлость людей, да, еще читаем, что в последние дни люди будут там
горды, самолюбивы, да, там, и так далее. Ну, вообще гнилые, можно сказать. Многие люди просто гнилые, да. И нам кажется, Господь, ну как, что ж все так плохо, да. Но помните, когда Господь говорит, кстати, о будущих событиях перед Его пришествием, Он говорил там и о войнах, и о военных слухах. И Он говорит, когда вы услышите о войнах и о военных слухах, не бойтесь и не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть. Да? Опять смотрите, сему назначено быть. Господь, вот, ну опять же, мы понимаем, что болезни не от Бога, войны не от Бога, проклятие это не от Бога, это следствие грехопадения человека. Но, смотрите, оказывается, это все в расписании Божьем. То есть не происходит что-то на земле. Даже из-за испорченной природы человека не происходит ничего на земле, чтобы Бога, знаете, вот шокировало. Или вот он, о, этого я не ожидал. Да, вот Бог сказал, увидел что-то. Ну ты даешь, я этого не ожидал от тебя. Да, или от кого-то. То есть, ну невозможно Бога шокировать, невозможно Бога удивить, знаете, вот что-то такое, чтобы произошло, и Бог сказал, о, я такого вообще даже предположить не мог, да. То есть то, что, допустим, война сегодня происходит на Украине, да, то есть мы, ну, понятно, что не его желание, чтобы люди убивали друг друга, но это все, как и Христос сказал, что всему надлежит этому быть, да. Этому всему надлежит быть, то есть это назначено. Назначено, возможно, назначено даже для какой-то личности, для какой-то индивидуальности. Возможно, кто-то, если бы не война, кто-то бы не пришел к Христу до сих пор. Я знаю многих людей, которые вот именно во время войны обратились к Богу. Сегодня, слава Богу, я получаю тоже свидетельства от братьев, от разных служителей из Украины, которые пишут, что церкви полные. Люди приходят в церковь, по 30, по 70 человек приходят новых людей в церковь. Потому что война раньше не было, в мирное время не было такого. И люди, да, там, ну, где-то в церквах там помогают и гуманитарную помощь какую-то оказывают, но люди даже приходят не за этим. Они приходят, потому что переосмысляют, многие вещи переоцениваются. Дорогие, назначено, смотрите, Богом назначено. Некоторые вещи, которые происходят в нашей жизни, некоторые проблемы, некоторые трагедии, которые происходят в нашей жизни, они назначены. Так надлежало быть, да, так надлежит быть, и всему надлежит быть. Опять же, не все эти вещи от Бога, мы понимаем, не все эти проблемы от Бога, не все эти трагедии от Бога, не все, часто наоборот, большинство из них не от Бога, но они назначены, понимаете, они назначены. И вот, ну, есть такое понятие, как провидение, да, провидение Божие, то есть провидение это... То, что Бог знает наперед все про нашу жизнь, да, провидение Божье обо мне. Он знает наперед всю мою жизнь. В твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда ни одного из них еще не было. Но я не знаю об этом, да. И слава Богу, что мы не знаем об этом. Потому что вот как раз нас бы некоторые вещи шокировали бы. Нас некоторые бы вещи смутили бы настолько, что мы бы сказали, я не хочу такой жизни. Я не хочу вот этих событий. То есть, слава Богу, что от нас некоторые вещи сокрыты, но Бог это все знает. И у Бога предназначены все дни для нас, когда еще ни одного из них не было. У Него есть особое провидение, особый промысел для каждого из нас. И вот, смотрите, Христос говорит, да, что надлежит быть воином, надлежит быть тем-то и тем-то бедствием перед Его пришествием. То есть поэтому мы должны тоже спокойно реагировать. Понятно, что не всегда легко нам спокойно реагировать на вещи, особенно когда касается это наших близких, родных, да, или нас самих, нашей семьи. Конечно, это нелегко. Но именно, опять же, нам надо воспринимать вот эти вещи, которые назначены, и, соответственно, на них правильно реагировать, из них извлекать какие-то уроки. Вот когда Павел говорит, я благодатью есть то, что я есть. Да? Опять же, каждый из нас может так сказать, благодатью есть то, что я есть. Скажите, а по благодати Божьей, если ты понимаешь, что по благодати ты есть то, что ты есть.
в твоей жизни все было в шоколаде, все было прекрасно, не было никаких трудностей, поэтому ты можешь так сказать. Как раз потому, что проходил ты через трудности в том числе. Да, мы с вами видим. Я, например, не знаю, я вижу намного больше благословений в моей жизни, чем трудностей. Есть трудности, они по-любому будут. Но опять же, мы сами можем или преувеличивать их значение, или увеличивать значение и количество милости Божьей, благословений Божьей. Я верю, что всегда благословения Божьи перевесят. Перевесят трудности, перевесят искушения, перевесят какие-то проблемы. Но смотрите, но нас формирует и то, и другое, да? Нас формируют и какие-то хорошие события, добрые события, приятные события нас формируют. Но нас формируют и проблемы, нас формируют и трудности, нас формируют и испытания. Поэтому, когда мы сталкиваемся с какими-то неприятными, может быть, вещами, опять, не забывайте, почему это со мной произошло. Назначено. Назначено. Но в то же самое время не забывайте, что нам назначена благодать. Благодать. Смотрите, благодать, она всегда, всегда покрывает то, что негативное. Да? Если есть какие-то трудности, обязательно будет благодати, чтобы преодолеть эту трудность. Павел, помните, говорит, я молил 3 раза Господа, да, чтобы избавил меня от жала там, да? И Господь ответил, довольно для тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи. То есть, смотрите, он говорит, моей благодати для тебя довольно. В том смысле, некоторые говорят, вот Бог ему сказал нет, да? В смысле, это некоторые говорят, что Бог ответил Павлу нет на его просьбу. Когда он молился, говорит, 3 раза молился, чтобы Бог удалил это жало из его плоти, да, некоторые говорят, ну вот Бог ему ответил нет. А Бог ему не ответил нет. Бог ему ответил то, что ответил. Христос ему говорит, довольно для тебя благодати моей. Смотрите, когда у меня какая-то трудность, какая-то проблема, я могу жаловаться, я могу говорить, Бог, смотри, у меня эта проблема, удали эту проблему, да? Убери эту проблему. А Бог говорит, достаточно моей благодати, чтобы ты эту проблему преодолел. Достаточно моей благодати, чтобы победил эту ситуацию, в этой ситуации. Павел, помните, он дальше филиппийцам он говорит, я научился жить, говорит, и в изобилии, и в скудости, да? Умею, говорит, терпеть голод и умею пользоваться изобилием. Научился всему. Он говорит, это Господь меня, вот эта благодать меня так учит. Когда все хорошо, я благодарю Бога. Когда есть неприятные вещи, я тоже благодарю Бога и с Божьей помощью преодолеваю эти вещи. То есть благодать, она нам назначена, дорогие. Несмотря на то, что другие какие-то вещи, может быть, много неприятных каких-то моментов, назначено, да, тоже назначено. Но благодать, которая нам назначена, она способна дать нам силы преодолеть любые неприятности, любые трудности, любые проблемы. Поэтому не забывайте, да, довольно для тебя моей благодати. Если ты сейчас, опять же, если ты в данный момент через какую-то ситуацию проходишь, переживаешь какие-то трудности, опять же, в разной сфере, кто-то в сфере здоровья, кто-то в сфере семейной, кто-то в сфере финансов, кто-то во взаимоотношениях, допустим, можете проходить разные ситуации. Но верьте, что Бог обеспечивает достаточно благодати, чтобы вы пережили эту ситуацию, чтобы вы вышли победителем из этой ситуации. Довольно для тебя моей благодати, ибо сила моя совершается в немощи. Признай свою немощь. Признай, что ты ничего не можешь изменить. И скажи, Господь, это твоя битва, о чем мы вначале говорили, да? Это не моя битва, это твоя битва, Господь. Ты яви свою победу. Помните еще, есть такой тоже интересный момент в жизни Иисуса Христа, в его служении, когда, например, 4 глава Иоанна, 4 стих написано, ну мы знаем, 4 глава это встреча Иисуса Христа с самарянкой, да, с женщиной-самарянкой. Вот перед тем, как описывается его встреча и беседа с самарянкой, говорится так, Иисус оставил Иудею и опять пошел в Галилею.
и надлежало ему проходить через Самарию. Вот опять это слово, да, надлежало. Вот смотрите, надлежало ему идти через Самарию. Хотя, если по большому счету, иудеи обходили Самарию. Иудеи не любили ходить к себе, ну, или из Иудеи в Галилею, или наоборот, из Галилеи в Иудею. Они делали большой круг, но только большой как бы путь, обходили это место, но что, лишь бы только не пройти через Галилею. Потому что, ну, через Самарию. Потому что самаряне ненавидели иудеев, точно так же, как и иудеи ненавидели самарян. Но почему-то тут написано, что надлежало ему проходить через Самарию. То есть назначено было. Вот назначено было, у Бога была назначена встреча с этой самарянкой. Она даже об этом не знала. Она не бежала на встречу с Иисусом. Она шла за водой просто. Но у Бога, у нее был, для нее было назначено рандеву. Я тебя встречу вот здесь, именно в полдень, возле колодца. Встречаемся так. То есть ты, может, об этом и не знаешь, но Бог тебя там встречает. Если кого-то еще Бог не встретил, или вы его, может быть, если кто-то из вас, из присутствующих, еще не встретил Бога, знайте, что у него назначено время, назначен день и место, где он вас ждет. Может, вы еще пока об этом не знаете, но постарайтесь, опять же, не пропустить этот момент, когда Господь с вами встретится, когда вы встретитесь с Ним. Смотрите, надлежало ему проходить через Самарию. Вот получается, что Иисус не захотел избегать вот этих, ну, проходить через Самарию, хотя многие проходили, обходили, да, Самарию. И было, помните, даже описывается, по-моему, в Евангелии от Луки, что было такое, что некоторые самаряне не хотели, чтобы Иисус проходил через их селение. Помните? То есть, ну, это реально было как бы небезопасно даже. Но потом, смотрите, здесь, во-первых, вот это надлежало, вот это назначено, место и время было назначено для одной женщины, чтобы спасти вот эту грешницу, да, которая там 5 мужей было, вот 6-й, это уже даже не муж ее. Назначено было время и место, чтобы спасти вот эту душу, одну душу. Но даже кроме того, что спаслась эта женщина, да, она потом рассказала всему своему селению, да, всему городу, и люди вышли, чтобы встретиться с Иисусом, познакомились с ним и уговорили его, еще он остался у них 2 дня. Обычно, ну, самаряне не любили иудеев, было быстрее наоборот выгнать их поскорее. А тут они уговаривают Иисуса, и он остается с ними еще 2 дня. То есть еще, кроме того, что назначена была встреча с женщиной, у Иисуса еще было назначено 2 дня провести в Самарии и людям другим засвидетельствовать о Боге. Дорогие, Бог наш такой изумительный, Бог наш мудрый, Бог наш вот, имеет вот это провидение, вот этот промысел для каждого из нас. И смотрите, когда он думает об одном человеке, он не забывает о другом человеке. Нам кажется, если я сосредоточусь вот на ком-то одном, да, получается, ну я всех остальных как бы не вижу, да. Ну, все остальные уходят на второй план. У Бога не так, смотрите, одновременно Бог может уделять внимание и сфокусироваться, ну, Он Бог, да, Он же может быть одновременно в разных местах, и ну, Он вездесущий, всемогущий и так далее. Он отличается от нас. Поэтому Он, когда для кого-то, да, вот назначен, а этой женщине не назначен, но Он в то же самое время и не только о женщине заботится, Он еще заботится о других самарянах. Когда мы видим, думаем, что Бог для меня что-то назначил, Бог со мной работает, и вот у него назначено то-то, то-то и то-то для меня. Так в то же самое время я должен понимать, что для моей сестры назначено что-то, для моего брата что-то назначено. Я должен тоже это понимать и сопоставлять. То есть Господь нас всех ведет вот именно в том, как все назначено им. И даже то, что мы сегодня собрались вот именно в таком составе, да, вот почему-то, ну почему-то вот именно вот эти люди сегодня должны были прийти. Потому что так назначено.
Я верю, что так назначено.